7 апреля православные отмечают один из главных христианских праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы. В православии Благовещение входит в перечень 12 важнейших праздников после Пасхи. Считается, что в этот день архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть – быть матерью Сына Божия. Елизавета Кабанова расскажет подробнее. Благовещение Пресвятой Богородицы – один из 12 главных праздников православной церкви. Среди прихожан в этот день принято ходить в храмы, молиться, заниматься благотворительностью и подавать милостыню. В этот день мы чтим Пресвятую Деву Богородицу, которой возвестил радостную весть архангел Гавриил. Мне посчастливилось быть в Назарете. И не один раз во время своих экспедиций на Святую Землю, и вчера на службе, и сегодня, когда мы служили Божественную Литургию, особое чувство сопричастности к этой великой тайне и величайшей радости, объемлющей человеческие сердца, живущие верой, вновь меня посетило. Официально Благовещение начали отмечать в VI веке, когда византийский император Юстиниан назначил дату праздника на 25 марта. По новому стилю – это 7 апреля. Церковь воспевает эти чудные слова, которые принес с небес архангел Гавриил Деве Марии. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Они относятся к каждому из нас, кто живет, кто проходит этот земной путь с верой во Христа Спасителя. Сын Божий появился на свет ради искупления всего человечества от греха. Слова архангела Гавриила стали первой радостной новостью после изгнания Адама и Евы из рая. Именно с Благовещения начинается земная история Иисуса Христа Спасителя, поэтому этот день особенный для христиан. К торжеству божественной правды, которой так взыскует каждое человеческое сердце, живущие любовью, верой, надеждой. Бог всем вам помощь и с праздником, с Благовещением Пресвятой Девы Богородицы. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, телеканал «Север».